В Казахстане продолжается кампания по иммунизации населения. С 18 ноября в городской поликлинике номер 3 стартовала вакцинация беременных и кормящих женщин, а также подростков старше 12 лет. Вакцинация именно необходима для этого контингента, так как у нас беременные женщины и кормящие женщины очень тяжело переносят любую вирусную инфекцию, а особенно коронавирусную инфекцию. И непривитые беременные очень тяжело переносят пневмонии, всякие вирусные инфекции. И поэтому мы их призываем привиться именно данной вакциной МРНК, содержащей вирусом вакцины. Данная вакцина, она защищает у нас и плод, так как передается плоду только антитела.